Эту птицу жгли и ломали, но она вновь расправляла крылья. История лебедя Андрюши началась 18 лет назад. Заслуженный тренер СССР, вице-президент Краевой федерации самбо Валерий Метелица установил ее на мосту в районе Нового рынка в память об отце. После набегов вандалов возвращал к жизни свое детище из дерева, проволоки и бинтов. Валерий умер. Его дело продолжили барнаульцы. У Андрюши даже появилась стая. Но реконструкция путепровода заставила птиц покинуть гнездо. Если мы берем, например, покрышки, то, конечно, они пришли в полную негодность, и мы не говорим даже о реконструкции этих лебедей. А те, которые действительно можно привести в порядок и использовать для украшения каких-то парков нашего города, то это мы, как и собирались, будем делать. Вот. И вот настало время чистить перышки. Стаю Андрюши начали обновлять в середине сентября. За дело взялся молодежный парламент при поддержке Гордумы. Белая краска пришла на смену ржавым подтекам. Птицы должны выглядеть опрятно перед встречей с теми, кто готов их приютить. Сейчас мы занимаемся их покраской, их восстановлением, в связи с тем, что они прошли достаточно долгий путь, и мы им помогаем, так сказать, оживиться. Мы, как молодежь, мы должны обязательно позаботиться о будущем нашего города. Лебедей, в первую очередь, это история. Мы должны не забывать историю нашего города. Часть стаи приютит барнаульский зоопарк. Его директор Сергей Писарев уже подготовил место для новых жителей – пригорок на мини-ферме. Лебеди будут зимовать рядом с композициями известного барнаульского скульптора Сергея Мозгового. На место прибудут уже на днях. На разной высоте будут установлены металлические лебеди, которые нам после покраски доставят сюда, и здесь они будут размещены. Я думаю, что это неплохое место. Смотрим, мы как будто в небе действительно эти лебеди. Скорее всего, другие птицы разъедутся по региону. Уже есть заявка от детской школы искусств во Власихе. Что до первопроходца Андрюши? Его восстанавливает семья Валерия Метелицы. Вероятно, лебедь поселится в одном из городских музеев. На мост птицы уже не вернутся. Разве что в форме скульптуры в память о покинувшей гнездо стаи и ее создателе. Она должна все-таки соответствовать лицу города. Она должна быть красивой в архитектурном плане, в эстетическом плане. То есть это должна быть действительно какая-то оригинальная композиция. И этот человек действительно достоин, чтобы его память была увековечена именно очень красивой композицией из пары лебедей, которые бы олицетворяли вот эту любовь к жизни, любовь к людям. До окончания строительства моста еще есть время придумать, как увековечить память об одном из неофициальных символов Барнаула. Ведь Андрюша и его стая в свое время объединили горожан, и даже вандалы сдались под таким напором. Анастасия Меньшакова, Денис Кузьменко, Илья Алексеев. Новости.